Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот у нас поросятки полностью готовы к продаже. Завтра уже мы приедет их новый, так скажем, хозяин. Сейчас ради интереса мы взвесим, сколько же весит поросенок продажный в возрасте 40 дней. Давай. Сейчас. Ну вот поросенок весит 11 килограмм в возрасте 40 дней. Сейчас выпускаю. Поставь на землю. В общем, как видите, он очень активный, бодрый. Вид у него здоровый. Вот в районе 10 килограмм поросятки весит. Продажный вес. Ну, как бы всем нравится, чтобы был, ну, не меньше 10 хотят. Хотя, в принципе, в месячном возрасте они уже были килограмм 8 понабирали. Соответственно, ну, народ как. И правильно, в принципе, чем больше он весит, тем, как скажем, больше приспособлен к жизни без мамы. Видите, я даже еще не отлучал, ну, в принципе, не отлучал по простой причине, некуда отлучать, нет сарая лишнего. Все сараи заняты свиноматками. Но при этом им легче переходить на подножный корм, скажем так, на свой. Они, вот видите, активно едят уже все, и травку кушают, и вон зерно, все кушают хорошо. Человек, который брал, будет брать у меня, он звонил, он говорит, так и так, они там кушают сами. Я говорю, едят все уже, и уже достаточно давно, уверенно. Он говорит, ну, это самое главное. В принципе, он правильно мыслит. О, мама выгнала. Правильно мыслит, потому что если, допустим, поросенок еще толком не кушает, ну, соответственно, никак не получится у вас его нормально кормить, чтобы он нормально развивался и рос. А так, я думаю, все будет классно. Поросятки он неплохие, я бы даже сказал, отличные. Зная маму и папу ихнюю, в 6 месяцев они уже набрали своих 100 килограмм, 120. Поэтому, я думаю, на откорм будет самое то. Причем, зная бабушку ихнюю, которую мы сдали, сала в ней вообще не было. Единственный недостаток у этих свиней местных – сала ноль. Поэтому, когда заказывают сало, ну, просто его взять негде. Допустим, у обычных украинской степной там сало одно сало, мясо не найдешь. У этих же, в свою очередь, а в последнее время тенденция такая, что народу, наоборот, хочется сала. Ну, если и есть тут сало, ну, а как сало? Прослойка, мясная прослойка, скажем так. Поэтому, ну, вот как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем видео я покажу, сколько и как произошел процесс продажи и что там я заработал с этого всего, чтобы вы сориентироваться могли, как это все стоит, оно того не стоит. Так, все. Всего доброго.